Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за это особенное утро, утро торжества Твоего Слова. И это великий призыв, который мы имеем во втором послании Петра, 1 глава, 19 стих. «Вы хорошо делаете, что обращаетесь к пророческому верному Слову». Мы благодарим Тебя, что вот Твоя Библия, она является самым верным словом в нашем пути с Тобою, Господь, и в жизни. Благослови сейчас это время особенное, помажь его. Во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Итак, давайте мы похлопаем все Тимуру. Пожалуйста, Тимур, я смотрю, у него гитара там уже, все готово, отлично, слава Богу. Доброе утро, пастор. Доброе утро. Окей. Прославляйте Господа все люди земли, воспевайте Богу небеса. Небо и земля престол твой, о Господь, истина твоя вовек. Все народы преклонятся пред тобой, все народы воспоют тебя, все народы будут славить имя твое, ты Иисус Спаситель наш. Прославляйте Господа все люди земли, воспевайте Богу небеса. Небо и земля престол твой, о Господь, истина твоя вовек. Все народы преклонятся пред тобой, все народы воспоют тебя, все народы будут славить имя Твое, ты Иисус, Спаситель наш. Прославляйте, прославляйте, прославляйте имя Его. Прославляйте, прославляйте, прославляйте имя Его. Все народы преклонятся пред тобой, все народы воспоют тебя, все народы будут славить имя твое, ты Иисус, Спаситель наш. Аминь. Подумай о любви, благости Господней, о благодати Той, что нас спасла. Ибо как небо высоко над землей, так велика любовь нашего Отца. Велика любовь нашего Отца. Подумай о любви, о благости Господней, о благодати той, что нас спасла. Ибо как небо высоко над землей, так велика любовь нашего Отца. Велика любовь нашего Отца, не исчерпать Твоей милости, Боже, вовек пребудет любовь Твоя. Обновляется милость каждое утро, как верность велика Твоя.
как верность велика. Обновляется милость каждое утро, как верность велика твоя, как верность велика. Слава Господу! Большое спасибо, Тимур! Великолепно!